Такие наклейки с напоминами можно убачить на сучасных контейнерах для пластику. Сам контейнер так само модернизовали. Появляются на пляцовках и больше зручные контейнеры для смешанных отходов. Это заглубленные контейнера. Они объемом 5 метров кубических. Очень удобно, как вы видите, очень чисто. На сметі можна заробити у приємні пункти другасної сировини, наприклад, у Могильові їх 15, можна здати макулатуру, шкло, пластик і отримати за це гроші. 30 рублів, 20 рублів, 10 рублів, доходить навіть 40 рублів. Це за день? Или... За день. Особливо активно здають шклобой, привозять навіть з сусідніх вісок і райцентрів. На сьогоднішній день стекло у нас за кілограм стоїть 5 копійок. Люди несуть і хочуть на цьому заробити. Вот уже в 2017 году первый квартал 212 тонн, что по сравнению с прошлым годом это на 25% больше. Усе городские отходы трапляют на сметеперапрацовчий завод. Со смешанных отходов працовные предприемства выбирают макулатуру, пластик, шкло. Хотя их могли выкинуть по особной емкости еще на контейнерных пляцовках. За прошлый год, 2016, из объемов 90 тысяч тонн мы переработали всех отходов, включая раздельный сбор. К нам поступило раздельного сбора 7% от общего объема. Количество, конечно же, очень минимальное. Хотелось бы больше, чтобы население к нам повернулось и собирало отходы раздельно. Сортованные отходы отправлять на перепрацовчие предприемства Беларуси. Макулатура, например, у шкло на завод газетной паперы. Пластик на Могилевское предприемство, где с его робить другасну сыровину. Рану и пэт-шматки. Андрей Шуляк, Алена Соловьева, Новини региона.